Я вас приветствую. У нас первый день зимы. Погода хорошая, дождя нету, солнышко тоже, то есть, то нету. Вон, видите, у нас уже там деревья облетели. Я в ожидании заказа. Должны привезти заказ, который же я вчера делала. Не, я делала позавчера. А привезут сегодня. Ну, так я делала заказ, то есть в четверг на субботу. Ну, я пока тут в ожидании, вот там какой-то проросший чеснок потыкала в лук. Да пусть себе принимается, растет. Ну, может, вырастет. Так, а заказ весь мой стоил $206.01. И плюс 10.50 за кулечки и за доставку. Там $9 доставка. И $1.50 они берут за кулечки. Итого, за весь свой заказ я заплатила $216.51. Ну ладно, пошла я ждать. Привезли заказ. Я делала с 12 до 1:30. Ну, уже минут 10. Как он позвонил, парень. Потом я пошла, открыла ворота. И он заехал. Я тут цветочки свои поливаю. Знаете, получаю большое удовольствие, как они пакуют. Вот это было в одном кулечке фарш. Такой 400 грамм, 5% говяжий фарш. Сколько он там стоит, потом посмотрю. И в другом кулечке кусочек сыра, такого, который можно жарить. Такой панир называется. 6 чем-то стоит. Это был в отдельном кулечке. Тебе получается этого большое удовольствие. На кулечках не экономят. Вот. А еще в одном кулечке виноградик. Такой он ужасно вкусный. Смотрите, крупный такой. Он, я уже покупала. Крупный, сладкий, бесподобный. Ну, там я написала килограмм. Не знаю, сколько тут в этой веточке. Сколько было, сколько было. Нет, добавлено. Наверное, такие. Ой, тяжелый такой. Ой, какой классный виноград. Замечательный. Так, ладно. Сейчас я это быстренько все определю, куда надо. Замороженное отдельно. Они везут в машине в морозильнике. Ой, а вот это для потолстения. Это... Я уже оторвалась по полной. Целая коробка, всего 8,60. 24 штуки такого печенья. Ужас какой-то. Не написано, из чего сделано. Не написано. А овсяная. Такая мука, овсянка, маргарин, вода. Еще что-то такое. Кокосовое что-то. Сироп, голден сироп называется такой, какой-то сироп. Угу, интересно. Ну, пусть будет что-нибудь для потолстения. Пока. Ужас, сколько их тут по весу. Знаете, чуть больше, одна печенюшечка, чуть больше. Вот тут у нас на Квин-стрит продается 3,50 штука. Штука, так, чуть-чуть побольше. Штука 3,50, а тут на 8,60 24 штуки. Ой, кошмар какой-то. Так, ну ладно. Сейчас я тут поразбираю немножко. И пойду возьму, на бумажку выпишу. Все ли они привезли, или может чего-то не было. Потому что я не все хочу, чтобы мне заменяли. То, что можно заменять, я отмечаю. А то, что я не хочу, чтобы заменяли, я не отмечаю. Продолжаю. Быстренький обзор того, что купила. Хлеб. Хлеб. Тут у меня шпаргалочка. Хлеб цельнозерновой. 4,39 стоит. Наконец-то привезли мне такой хлеб, который я уже один раз покупала. Мне так нравится. Смотрите, это такой фруктовый хлеб. Там вот с изюмом. Классный. Я вот его сейчас вытащу, поставлю сушиться в решетку из духовки. Вытащу и туда поставлю сушиться. И получатся такие классные сухарики с изюмом. Такой хлебушек. Тут его 700 грамм. 4,78. И еще
это то, что называется пицца бейс по-английски. То есть буду делать вот такую пиццу. Я люблю на завтрак. Томатный соус. Какой-нибудь перчик вот там. Вот все, что здесь нарисовано. Перец болгарский, оливки, огурчики. Еще бы я хотела ананас, забыла заказать его. Потом там ветчинка. И класс. 10 минут в духовке, и получается такой замечательный завтрак. Здесь 4 штучки, 4.30. Ну, виноград вы видели. Там килограмм. $14. Это яблочки Гренни Смит, которые для выпечки. Они 6 штук, их получается 900 грамм на 4.13. И 3 банана. 0,7 по весу килограмма. 2.41. Я сейчас скажу, для чего я заказала бананы. Для того, чтобы сделать такую интересную выпечку. Вот с этим. Это то, что называется нут. То, что из него делают хумус. Знаете, мне попался рецепт, как в микроволновке сделать такой типа кекса. Вместо муки взять вот это вот. Потом там берется банан. Еще там что-то. У меня там есть этот рецептик. Сделаем его с вами. Ну, не сегодня и не завтра. Ну, может быть, в ближайшее время. Вот я купила таких две баночки этого нута готовенького. Баночки, по-моему, были по $1.40. Значит, получается, две баночки. Это, да, по $1.40. 2.80. Закончился у меня вот этот вот спрей. Или как это? Масло растительное, рапсовое, которым я брызгаю. Если что-то там выпекаю или в эйрфрае, если нужно побрызгать, я брызгаю. Или когда делаю горячий бутерброд, я хлеб немножко брызгаю. Ну вот, заказала, чтобы привезли. 400 грамм его. Стоит он, сколько же он стоит? 7.35. Такой. Так, чай. Ну, в общем-то, это и не чай, это листья малины и роза сушеная. Ну так, поскольку я чай и кофе сейчас не пью, я такое завариваю. Тоже классный такой чай. $3, здесь 20 пакетиков. Ну, поскольку все равно везут, все равно я это употребляю. Ежедневно маринованные огурчики, вот по 2.70. Между прочим, это хорошая баночка, тут 670 грамм напихано этих огурчиков. Огурчики классные, каждая баночка 2.70. Итого... Сколько там получается, можно посчитать самим. Еще вот такая здоровенная коробяка с этими сухими завтраками. Ну, как-то много лет я этого не ела. Такой, знаете, чисто новозеландский завтрак. Такой классный, смотрите. С молочком. Да, сегодня я... Кинула как за себя, правда, из того, что еще оставался. Вот здесь килограмм 200 на 8,79. Знаете, это прям даром, я вам скажу. Тут я не знаю, насколько хватит. Сколько тут? 72 штуки. Вот смотрите, если в день, например, вы даже по 6 штук будете есть, и то это на 2 недели хватит с головой. Ну и купила немножко для потолстения еще. А такие батончики. Это, в общем-то, тут одни орехи. Здесь миндальные орехи и арахисовые. Я специально выбирала, где поменьше всякого сахара и поменьше шоколада. Ну, там вот он, знаете, он там внизу немножечко, так сказать, обделанный шоколадом. Ну, это для других покупателей. Здесь его, сколько их тут? Их тут 6 штук, по-моему, этих батончиков. Это всего стоит $2.40. Классно все-таки, когда тебе не надо тащить, это на горбяке. Вот здесь 12 бутылочек по 350 мл. Вода с газом. Просто чистая вода с газом. Вот выливаю чуть-чуть сиропа. Уже не помню, когда я его купила, месяц назад. Ни конца и края нету. Ну, наверное, чайная ложка получается где-то так. И такую баночку водички. И получается так замечательно попить. Практически без сахара, ну, вкус какой-то имеется. Вот эта упаковка стоит 12 бутылочек, 6,85. А месяц назад я когда покупала, это стоило 6,30. Представляете, как дорожает? Прям на глазах. Для помывки, постирушки и, так сказать, ухода за собой. Крем для рук.
7,49 такой. Не на что глянуть. 75 миллилитров. Ну, такой. Какой-нибудь. Покупаю, какой есть. Pantene Pro-V шампунь. Я покупаю в данный момент для крашеных волос. Вот я им пользуюсь, Pantene этим, 20 лет. Вот сколько здесь живу, столько ими пользуюсь. Хороший шампунь. Так, шампунь 5,99 стоит. Ну и стирать такое. Persil Sensitive, это значит такое низкоаллергенное, я бы сказала. Вот я тоже стираю этим 20 лет. Тут 2 килограмма, $15. Обстираться! Это на полгода хватит этой коробочки. У меня еще старая там есть. Я очень мало. Здесь вода мягкая. И поэтому на стиральную машину я, наверное, ну вот знаете, в 100-граммовой чарочке, если взять, половинку я насыпаю. И все. Вот это вот на одну стирку. Стирает хорошо. Еще я по принципу. Раз везут, так пусть везут. 4 литра молока. Это получается каждый по 2,19 на 8,76. Так класс. Мне так нравится. Стоит себе, когда надо, отпечатал и пользуешься. И еще купила я яиц. Так интересно, я заказывала упаковку, там где 10 штук. И стоит 10,70. Вот здесь вот вы видите написано free range. Это значит, курочки не сидели ни в клетке, ни в домике, а гуляли на свежем воздухе. Ну вот я хочу, чтобы над курочками не издевались. И номер 8. Это крупные яйца. Я заказывала 10 штук на 10,70. Ну и написала, что их можно заменять. Ну что там, яйца и яйца, какая им разница. И поэтому мне заменили и привезли по 6 штук 12. Взяли 10,70. Но если покупать отдельно каждую упаковку, вот она будет стоить 6,90. То есть, если бы я их купила в магазине, оно бы мне обошлось 13,80. А так с меня взяли только 10,70. Это ж их вина, что у них не было того, что в интернете указано, а в магазине этого нету. Поэтому так они всегда заменяют. Теперь то, что из замороженного. Вот здесь 6 филе рыба хоки. Хорошая, вкусная в такой панировке. В эйрфраер там 15 минут и готово. 7,60. Здесь 480 грамм. Она сырая сейчас, $18 стоит, если есть. Так, вареники. Вареники со свининой и капустой. 250 грамм, 3,50 стоит. Такой классный, одна порция. Драники. Тоже в эйрфраер. Сколько там они? 15 минут и готово. Здесь 20 штук. Больше килограмма. Так я думаю, наверное, килограмм 300, а то и 1,5 килограмма. $9. И вот это куриная грудь, тоже в панировке, тоже для эйрфраера. $16, здесь 750 грамм. Слушайте, что же я это купила с дуру? А у меня, оказывается, такая точная упаковка есть в холодильнике. Вторая. Я начала сейчас его взяла и начала туда в холодильник убирать, вот когда мне привезли. Ха-ха-ха. А у меня там вот вторая такая точно лежит. А я ее не видела вчера. Бабушка заказала, а можно было и не заказывать. Ну, в общем, останется на запас. Так, ну и мороженка. Мороженка. Чизкейк такой лимонный. Ой, класс. Какое вкусное. Ой, не буду открывать. Ближайшие пару дней. Как открою, так и слопаю сразу половину. Такое вкусное. Ужас какой-то. Так, ну и фарш. Вы уже видели. 400 грамм 10-20 стоит. Это такой 5%. Смотрите, там практически жира в нем нету. Классные котлетки. Вот булочку туда замочу. Лук, чеснок и вперед. И с песнями. Так, это что у нас? Это у нас панир. Это вы тоже видели. Это такой сыр, который я режу на кусочки и жарю. Вылитые сырники получаются. Только такие. Оно такое не соленое, не кислое, не сладкое никакое. Индусы, вот которые вегетарианцы,
Они его в свой соус карри добавляют вместо мяса. Ну так получается. Классно и вкусно. Я пробовала, покупала здесь, когда были дни этой индийской, когда там Дивали, праздник Дивали, то здесь это продают, они прямо на улице. Так, стоит он 6 с чем-то, по-моему. 6,80, что-то такое, или 6,90, так сразу быстро не могу найти. Ну, неважно. Нашла тут 6,49. Ну, и еще я купила попробовать такой бренд Сара Ли, называется Golden Apple Crumble. Apple Crumble, это вот смотрите, вот там вот яблоки, яблоки, а сверху посыпано немножко такой крошкой, ну, которая делается немного муки, немного масла, немного сахара. То есть это практически тесто мало, а в основном одни яблоки там. Вот этот такой, сколько он там по весу, 600 грамм. А стоит он, сейчас скажу сколько, 8 долларов такой пирожок. Ну, положу в морозильник, наверное, или может не в морозильник, попробую. Положу просто так в холодильник. Вот это то, что я купила сегодня. Так, ну ладно. Покупки покупками. Теперь надо заниматься каким-то делом интересным. Угу. Ну, мы еще с вами увидимся, встретимся на просторах. Так, это моя уже последняя порция орхидеек поливается. Сейчас тут уже сколько? Уже без 22. То сейчас уже буду сливать. Уже они целый час у меня покисли. Ой, так классно. Смотрите, цветоносик. Здесь вот тоже у нас имеется. А, вот он. Я его пришпилила. Цветоносик. Ой, теперь надо так осторожно быть и аккуратно со своими цветочками. Я их вот так вот отодвинула в сторону. Ну, увидимся еще.